Вот так Аня готовится к съемке фотографии для обложки на свое видео. Аня, у тебя все хорошо? Нет. Остановись. Можно из обложки? Давай просто черный фон и назовем видео. Твой канал, что хочешь, то и делай. Мое дело тебе помочь снять. Да просто с ней же сами такой. Надувной слайм. Без меня. Без тебя? Да. То есть он должен сам распаковаться, да, и сам это. Вот так. Короче, ребята, вот так Аня. Это вот так Аня. Супер зайчик. Это новая модель. Ой, такой, да. Новая модель надувного ж. Надувной слайм. Короче, Таня уже прикалывается, сидит по полной. Аня решила Боре сделать баскетбольный мяч. Так, как там дальше баскетбольный? Ну так, дальше идет. Набери уже в интернете. Анюта, ты решила, ты набирай, я работаю. Посмотрим сейчас, что у них из этого получилось. Вот что у Анюты получилось. Ну какой мяч. Смотри, какой у тебя баскетбольный мяч Аня сделала. Бум! Выиграла! Бум! Вот так, скажи, я буду лучшим этим баскетболистом в мире. Вернее, в этой комнате. В мире я погорячилась. А вот в комнате, скажи, я лучший супер баскетболист. И никакая собачка меня не обыграет. Да. Угу. Ты Ане спасибо сказал? Пойди Ане спасибо скажи. Обними Анютку, скажи спасибо. Чем это тут так вкусно пахнет? Котлетками. Картошечкой будут у нас котлетки. Так удобно, когда в морозилке лежат котлеты. Ты их только бросил на сковородку. 10-15 минут и готово. Красота, да и только. Оценила я этот способ заготовки. У нас на обед грибной супчик со сметанкой. Мы шампиньоны из супчик из шампиньонов делаем. Ай, скажи, вкусно! Я уже чуть-чуть попробовала грибочек. Вкусно. Я тоже попробовала грибочек. Что-что? Ты чего? Вкусно или нет? Что-то непонятно. Вкусно, вкусно. Ты так тихо просто прошептала. У нас, видите, под новогоднюю елочку мы уже кушаем. Да. 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 Вкусно. Да. Что это у вас тут вкусненькое такое? Коктейльчик. Коктейльчик? Это кто приготовил коктейльчик? Я. Папа. Что из чего? Говори, что там внутри. Малина, ой, молоко. Какой он мед. Пушистый, воздушный какой. Малина, молоко и что? Мед. И мед? Да. Аня, налетаем, молочный коктейль. Аккуратней. Идеально. Приятного. Спасибо. Слушай, такой столько пенки. Это у меня просто. Пенка, пенистый такой классный. Вот у нас ребята любят делать коктейльчики разные, смузи. Спасибо, папа. Да. Теперь нужно посмотреть, берут ли туда после 9 класса или нет. Так, институт бизнеса, факультет, заочно. Так, это я смотрела. Так, заочные, дистанционные. Ты куда снимаешь? Я тут это, мы тут с Аней ищем, куда она будет поступать. Говорит, мама, я хочу на телевидении работать. Вот ищет в этот институт. Не институт, а как? Институт журналистики. Хочет. Ну, вот она такая девочка у нас. Это, а я тут оливье готовлю нам. Ну, писать на институте. Так нам понравилось оливье, что я его теперь почаще буду готовить. Понятно. Я как-то сниму этот обзорчик. Рецепт, как мы делаем. Потому что я делаю без майонеза. И он очень вкусный получается. Поэтому сниму обязательно чуть попозже, не сейчас. Наплакалась тут, пока лук резала. Танечка, тут под симфонию какую-то. Это кино про футболистов, да, я выключу. Да я не знаю про кого там, но такое, знаешь, под симфонию выделывает свою симфонию. А ты что думаешь? Красиво? Я тоже пошунько снимала, говорю, оливье нам так полюбилось. Ну, спасибо тебе, солнышко. Я прям готовлю, у меня аж это. Да, очень вкусно. Хорошо, очень, готовлю. Очень классно. Благодарю тебя. А еще варенички сегодня будут делать. Варенички? О, варенички. Да. Сейчас я доделаю оливье, чтобы оно настаивалось. Это на полдник у нас будет, а варенички уже на вечер пойдут. Ну, круто. Просто круто. Спасибо тебе, солнышко. Пожалуйста. Ты знаешь, что у тебя дочка журналистом хочет стать? Дочка хочет стать журналистом? Да. Как ты на это смотришь? Ну, да... Чем бы дитя не тишилось, если бы не плакало. Да, а деньги готов где-то платить. А в город готов возить снова?
Мы тоже думали, когда уже Ералаш закончится, уже так устали от поездок в город. Аня такая, хочу ездить. В школе в Иркутске нашли школу, тоже позвонили журналисту знакомому. Говорим, слушай, а как тут обучиться на журналистику? Да пусть едет, она у нас творческая личность, да, это для нее. Да, так ее же возить надо каждую неделю, там может по два занятия даже будет. Ну, готов? Знаешь, исходя из того, сколько я ездил за последние 3 недели в город. Тебе уже все равно, да, лишние там 2 раза в неделю, да? Да, да. В принципе, мы стараемся под поездки сразу все свои дела подгонять. И все решать, что надо. Да, поэтому посмотрим. Так что в любом случае в город ездим. Может быть, если будет 2 раза возить Анюту, то и мальчишек где-нибудь на бесплатное тоже организуем. Они там хотели пойти. На какие-то кружки, ну посмотрим. Бесплатные, которые им они очень хотели. Но мы именно из-за того, что возить сложно, не решались. Если будем совмещать, то вообще будет классно. Но все свое время. Да, время покажет, что мы решим. Аня! Так, это то, что не упадет. А если оно упадет сейчас? Ставь! Так, Аня, глаза нужно быть видны сюда. Ты понимаешь, типа сравним и буду пасть. Сравним, ребята, эти слаймы. Мы когда-нибудь, Аня, мы уже 100 фотографий с тобой сделаем. Так, становись. Да, о, классно, давай. Так, тихо. А где делать надпись? Так у тебя испуганное лицо, типа сравним? Я аж боюсь сравнивать. Посмотри на свое лицо. Сейчас. Где? Ну как можешь такую фотографию? Вот зрители. Мы уже 100 фотографий сделали, никак они обложку для ее канала не сделали. Всего лишь обложку, мы даже еще не начали снимать, уже смеемся. Ну посмотри, ну как, типа сравним. Как можно такую фотографию поставить на это? На сравнение слаймов. Я так испугалась, что давайте я сравним. Я слаймовый монстр. Давай. Ух, ну мы вот это с тобой. Всем привет, ребята. Сегодня мы с вами будем экспериментировать вот такой супер-пупер бульон. Не, извините, я просто чуть-чуть проголодалась, но на самом деле это слайм. Он с вот такими блесточками, он очень классный, вот такой, видите, тут выпученные глаза. Так, он реально похож чуть-чуть на бульон. На бульон. Бульон. Нормально. Кому нравится? Мама, тебе нравится? Ого. Ого. Мне тоже нравится. Ого. Ого. Выключай. Что дальше? Что ты заболтался? Заметьте, она сама решает, что снимать. Вот она такое несет. Я даже не представляю, сколько мы сейчас сразу будем снимать этот слайм и переснимать, сколько моментов. Вот так у нас проходят съемки, ребята. Это на самом деле очень нелегкое дело. Мы с Борей, кстати, тоже вот так постоянно переснимаем. Это за кулисами вы. Подождите. Это на наш канал пойдет. Есть? У вас пропуск есть? Есть, есть. Есть? Пропуск мама. Пропуск мама? Да. Пропуск Бурунук. Все, Паша, пока. Смотрите продолжение на ее канале. У меня есть вот такой кораблик. Я не знаю, почему он такой смешной. Вот. Это из чего он у тебя? Из слайма. Тут на корабле есть пушка и человечек с выпученными кабафами. А что это у него глаза выпученные? Такой вот никак. Больше никак не получается сделать? Да. Это слаймом ребята играются. Вот Тимошка, да. Паша, ой, Саша говорит, мама, сними, говорит, мой кораблик. Я построила... Тимошке тоже здесь. Да, вот такой вот корабль. Жаль, мало деталей, ну, мало этого пластилина. У тебя даже лодка. Да. Или что это? Шлюпка. Поэтому не получилось построить большой такой. Ну, более взрослый. А руль... прикольно, да, вот этот пластилин? Да. Он не руль, липнет, мотор... не пачкается, кстати, в сравнении с другим пластилином, не пачкает поверхности. Руль, мотор, ой, человечек, сиденье, мотор здесь был парус, только вот он падал, я его убрал. И вот шлюпка. Прикольно. Тут и Саша плавает. О, это у тебя уже большая лодочка. Да. И Тёма. А кто у тебя в шлюпке будет сидеть? Это человечек, если вдруг что. Что это у вас тут за шумиха такая? Это я и лодочка. Дома можно, ты сама говорила. Но не при людях же.
Я не дам смотреть. Не отойду. Я не дам смотреть. Куча мала, мы тут поужинали, дети начали играться, напали на папу, и получилась куча мала. О, и младший полез туда же. Аня, отойди с Борей, потому что могут ногой задеть. Смотрите, смотрите, что вытворяют, а? Вы посмотрите, что... Давай, наматай, наматай. Что? Папу выбили из... Папа выбили... Так, аккуратней, без эмоций. Без эмоций. Нападаю, смотри, сверху нападаю. Кстати, заодно опробуем новый этот смартфон, как он съемку ведет. Вот так вот я снимаю через смартфон вам вот это видео. Не через фотоаппарат, а через смартфон. Это битва! О, у нас это, туда, становись, ты как это, транслируй, Здравствуйте, сегодня произошла необычная ситуация. На огромного барсука напали множество количества муравьев. Это барсуки-муравьи? Папа, ты барсука, это муравьи. Барсук справляется. Барсук, скажите, пожалуйста, ваше впечатление. Как ваши муравьи с вами справляются? Нормально, потихоньку. И то, смотри, Боря тоже, маленький муравейчик тоже хочет. Как тебе, женщина, этот ажиотаж? А? Куда бы его закинуть? А? Вот туда, на лестницу его. Прям на лестницу пускай там сидит, живет. Вот так у нас детки иногда с папой время проводят. Давай, что, не получается закинуть на лестницу? А уже ногами в Анюта, не заграждай мне путь! Да, у нас тут весело. Так, ты его, Боря, после ужина его сильно не крути. Здравствуйте, мы попали в цирк. Сегодня акробатика. А, да, вот, кстати, знаешь, это больше на цирк похоже. Где действительно на суслика напали муравьи. На барсука. Цирк семьи Бровченко. Все, хорош. Дома. Дайте барсуку отдохнуть. Да. Потом еще одна. Следующая 45. Тоже будем ягодка. Тоже ягодка опять. Да, вот так вот скажи, с папой вы поиграли. Хочу снять. Борюсик у нас проснулся. Его реакцию на новый слайм. Вернее, на пластилин, который Анютка ему подарила. А ну-ка, вы видели, как им ребята игрались? Давай вытащим его, давай. Давай, мама поможет. Давай, потому что он очень сложно вытаскивается, да? А ну давай, держи. Держи. Что скажешь? Необычный, да? Вот сюда садись, играйся у нас за стол, Боречка. Только за столиком, никуда его выносить нельзя. Вот так вот ты всем телом на него навалился. А он так... Хрустит интересно. Понравились шарики? Угадали мы. Мы когда увидели, я говорю, Аня, вот это вообще Боре будет классно. Анютка купила себе для его, для своего канала обзорчик на него снять. Какой он, как он выглядит. Ну там, знаете, как подростки снимают слаймы. Угу. Что из себя представляет, какой он на ощупь. В общем, полный подробный обзор у Анютки на канале. И вот она Борюсику подарила. Теперь Борюсик будет им играться. Угу. Ему нравятся все такие вещи. Вот такой, смотри, какой тебе шарик мама сделала. Он такой легкий. Нравится? Нет, так нельзя. Давай, смотри, дай я покажу тебе. Дай маме. Давай. Боря, слушайся, мам. Давай, мама тебе покажет, а потом будешь играться. Нет, так не хочешь? Ну тогда играйся с ним. Только на пол нельзя.